6 человек погибли в результате теракта в столице Сомали, Могадишо. Еще десятки людей получили ранения. Среди жертв теракта – военные, гражданские и дети. Смертник в автомобиле, наполненном взрывчаткой, атаковал правительственное здание в центре города. В результате взрыва повреждены дома и мечеть. Школа, которая находилась рядом, практически разрушена. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Аш-Шабаб». Это местное подразделение «Аль-Каиды».